Как только мне исполнилось 20 лет, наступила самая ужасная часть этого взросления. Замена гребаного паспорта. Я ненавижу фотографироваться на документы. И раньше я всегда это делала в фотосалонах, где на тебя всегда наезжают, если тебе что-то не понравилось в фотографии. Обычно в таких салонах никогда нет людей, но и ты единственный покупатель, все равно отнимаешь слишком много времени у продавца. Я не знаю, с чем это связано, но все такие фотографы очень-очень мерзкие. Каждый раз фото в таких салонах получаются максимально тупые. Моя фотка на паспорт 14 лет, я ее даже прикреплю, выглядит настолько убого, что я до последнего стесняюсь показывать паспорт. Последние 2 года, конечно, мне уже все равно, но знаете, такой осадочек. В этих салонах я замечаю вот что. Они всегда критикуют тебя за внешность. Мне постоянно что-то высказывали на этот счет. Вот фотография, которую я сделала самостоятельно, не потратив ни копейки. И знаете что? Она меня полностью устраивает.